Ишан, или переводе с башкирского «Верь». Именно так и называется новый мистический телесериал, на презентацию которого мы и приехали. А вас тоже заинтриговало название? Тогда давайте посмотрим, что же приготовил для нас детско-юношеский телеканал «Тамыр». Со 2 января сразу на двух телеканалах БСТ и Тамыр стартовал показ сериала. Он идет на башкирском языке, но также есть и русские субтитры. Сюжетная линия пересекается с башкирской легендой о 7 девушках. Итак, сегодняшний фильм «Ишан» — это то, что нужно Башкортостану, то, что важно, как уже и отметили, для воспитания подрастающего поколения, для того, чтобы сохранить менталитет. В каждой 7 серий рассказывается уникальная история о том, как 7 героинь из башкирской легенды помогают подросткам, попавшим в различные тяжелые жизненные ситуации. Проблемы взаимоотношений с родителями и сверстниками, чувство одиночества, неумение общаться, уход в виртуальный мир, безответную любовь, комплекс неполноценности. И это даже не все проблемы, с которыми сталкиваются ребята, герои сериала. Расскажи, как ты вживался в роль? Ну, я играл необычного мальчика, я играл мальчика с особенностью. Он был инвалидом, у него не работали ноги, поэтому, как я вживался в роль, мы поехали в деревню, в которой снимали, и я очень долго пытался научиться ездить на инвалидной коляске. Это было тяжело. Ты наверняка видел сериал. Расскажи, как тебе? Мне весь сериал очень понравились, все серии. Своя серия мне понравилась больше всего, потому что там играю я. На главной роли проводился крупный кастинг, на который съезжались ребята со всего Башкортостана. Актерам приходилось быстро менять локации, особенно тем, кто приезжал из других районов республики. Например, на одной из точек съемок всей творческой группе пришлось на несколько недель поселиться в деревне Тавакачево Архангельского района. В сериале присутствуют самые необычные уголки города Уфы, что помогает зрителям больше углубиться в культуру республики. Поверьте, такую Уфу вы еще не видели. Формат сериала популярен среди детей и подростков, ведь проблемы героев знакомы многим, а значит, каждый найдет в героях частичку себя. Проект повысит интерес нашего поколения к родному языку, родной культуре, привлечет внимание родителей и общественности к проблемам молодежи. Расскажи, как ты попала в сериал? Для сериала я отправляла видео-визитку уже после всех кастингов, потому что я не смогла приехать именно на кастинг. Расскажи про свою героиню. В сериале я играла звезду Карины. Моя звезда, на самом деле, она очень необычная. Она совсем не похожа на меня. У нас очень много отличий. Она, на самом деле, собирательный образ всех звезд. Я, конечно, не хочу сейчас спойлерить, но во время просмотра сериала это будет очень-очень видно, особенно в последней серии. Съемки проекта начались еще летом, и вот спустя долгие этапы работы и 9 месяцев с момента задумки до реализации, сериал уже прошел в эфире и есть в общем доступе на платформе YouTube. А тем временем мы приехали на постпрезентацию этой масштабной работы детско-юношеского телеканала «Тамыр», где собрались творческая команда и почетные гости. Здесь операторы, режиссер, продюсер, художник компьютерной графики, звукорежиссер, художник по костюмам и актеры-исполнители главных ролей. Приглашены видные деятели искусства и кинематографии нашей республики. Также присутствовало много известных актеров театра и кино. Мероприятие прошло на ура, а сериал получил много хороших отзывов. Сюжетная линия пересекается с жизненными ситуациями, потому и будет знакома каждому. 7 серий, 7 историй о юных героях, которые борются за счастье. А вы уже посмотрели сериал? Арина Буря, Азат Петров, специально для «Горы новостей».